Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Ленорман Чиро Марчетти. Сегодня мы будем смотреть образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Предсказание, что ждет по судьбе этой осенью». Итак, что ждет по судьбе этой осенью? На самом деле, когда женщины думают, что мужчины просыпаются весной и начинают ухаживать, это не так. Мужчины просыпаются осенью, готовясь как бы к Новому году, да, и они начинают активно осенью искать себе партнершу для длительных отношений, чтобы все праздники, которые у нас достаточное количество зимой, провести не в одиночестве. Поэтому все еще впереди у вас. Так. Смотрите, у вас такое негодование, связанное с перепиской по поводу сексуальных отношений. То есть вы не получили желаемого результата. То есть мужчина особо не поддержал. У мужчины нету такого опыта сексуального. Да? Может быть, пуританская страна, может, мусульманская страна, где до брака ни-ни. И как вы его не выводили на эти разговоры, да, то есть вы так и не поняли, что вас ждет в сексе в перспективе с этим мужчиной, потому что мужчина не поддержал, да, то есть если поддержал эту тему, то он ее как бы так обошел стороной, сказав, что любовь важнее секса. А у вас идет дорога к браку. Но дорога очень муторная, долгая, на протяжении нескольких лет, с кучей ошибок, с кучей третьих лиц, вмешивающихся в ваших отношениях, да, что дает какие-то сложные отношения, сложные проблемы, и вам кажется, что с этим мужчиной будет тяжелый брак. То есть вы прям загоняете себя в угол. А мужчина сидит, фантазирует о деньгах, у него иллюзии, фантазии, он фантазирует о браке, да, поэтому он с вами конкретно переписывается и поддерживает то, что вы хотите услышать. Ваша мечта, знаете, я бы сказала так, разошлась, да, то есть вы и хотите за него замуж, и не хотите за него замуж, поэтому вы пытаетесь благодаря разговорам, методам тыка прощупать, что мужчина хочет, да, что он может вам дать, что он вообще может, этот мужчина, стоит ли ради него, например, там бросать все в своей стране насиженное, переезжать в другую страну, то есть что мужчина из себя представляет. То есть есть такие отношения, когда люди до брака не занимаются сексом, естественно, приходится это все как-то обговаривать по переписке, вот, а мужчина эти отношения, вот эту переписку не поддерживает, и вы в таком, знаете, недоумении, а стоит ли овчинка выделки. То есть у вас вот такая ситуация, да, то есть вы тут как бы главное в этих отношениях, от вас все зависит, будет, не будет. Вы тоже находитесь в иллюзиях, что мужчины обеспечены. Вам бы тоже хотелось, но вы думаете, что у вас будут проблемы в браке. То есть он какой-то долгий такой мужчина, знаете, с долгим сложным зажиганием. Так, что еще осенью ждет? У вас будет длительное время сомнений. Длительное время, какие-то сомнения. Потому что вы думаете о том, что ребенок, мужчина как ребенок, да, то есть по общению вам кажется мужчина какой-то как ребенок, детский сад. Но при этом он имеет власть, деньги, силу. Да, и вот это вот какое-то несопоставление, то есть у вас как раздвоение идет, вы не поймете вообще, какой мужчина на самом деле. То есть то ли он такой серьезный, имеет такой пост, должность, то ли он такой инфантильный мальчик, да, и вы стараетесь общаться побольше, все-таки выяснив для себя какие-то моменты. Не получится сделать ремонт у вас в квартире. То есть вы захотели сделать ремонт, и здесь вам придется эту тему как-то оставить. То есть у вас будут какие-то сложности.
все ваше время, весь, все, как бы, знаете, все свое время и все свои нервы вы перенаправите на свое здоровье, на свою фигуру, на свой внешний вид, на спорт, на плавание. То есть все, все внимание у вас уйдет на здоровье. С чем это связано у вас будет? Ну, вы загляните себе глубоко в душу и поймете, что вы хотите выглядеть лучше для этого мужчины, да, то есть у вас есть время, и вы хотите, скажем так, привести себя в порядок, да, чтобы вы чувствовали себя более увереннее, более привлекательнее, да, ну, потому что когда женщина сама себе нравится, то она чувствует себя более самодостаточной. И все еще свое время вы потратите на то, что будете понимать, что вы этого мужчину любите, что он ваша судьба, что вы хотите с ним быть вместе. Вам хочется в этих партнерских отношениях соответствовать его статусу, его красивой фигуре, его положению. Да? То есть у вас появится стимул похудеть, похорошеть, быть в тонусе, да, и предстать перед ним, скажем так, во всей красе. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.